самых многопропускающих команд. Травма у Лукаса Эрнандеса, простуда у Никола Калинича, травма у Стефана Савича, Эрик Кабако. В опорной зоне 24-й возглавляет Леванте. Антонио Адан в отсутствии Яна Облака сегодня в воротах у Атлетико Мадрид. Очень серьезное лето ожидает Атлетико. Команда будет заметно перестраиваться. Передача Гризмана. И здесь выходит из ворот голкипер Дэйвон Поли. Они проиграли 0-5. И сейчас атака Атлетико. Удар в ближний угол от Тома Лемара. И на месте Коки Вегас. Голкипер, не сказать, чтобы очень молодой. Это самое крупное поражение Атлетико в нынешнем сезоне. И в прошлом туре была ничья 1-1. Об этом расскажу. Подача, справляется Атлетико с этим угловым, но ненадолго. Момент — гол. Гол забивает в первой же атаке Леванте. И это делает уругвайский защитник Эрик Кабако. Казалось, что Атлетико разобрался с этим угловым. Мяч ушел на дальнюю штангу, но там возврат 8 мячей на данный момент. Это просто удивительная, потрясающая статистика. Два футболиста забили по 2 в нынешнем сезоне, получат абонементы от руководства и на следующий сезон. Очень круто. Не, два мэна сегодня в стартовом составе. Под 20-м номером это не... На эти новости серьезно обращать внимание не стоит. Пари Сен-Жермен вроде от Гризнеса Барди. Возвращает мяч Гансу. Передача назад. И здесь Коки отличился на 6-й минуте встречи. Не так много матчей в чемпионате. В матче с Сельта Райо Валикано. Ох, еще момент. Валидолид. Подарок Валенсии перед кубком Испании. Ну и, конечно, весомое преимущество у Атлетико. Родри удивляет многих. И Семен сказал, что впервые на... У Родри, у него контракт до 2022 года. И... Интересная, да, статистика. 18 минут в сезоне. Рубен Рачина. И его диагональчика. Даже не диагональчика, а так реагирует 35-летний игрок Леванте. Действительно... Мало мячей забил Педро Лопес за... Неплохо разыгрывает мяч Атлетико. Филиппо Луис. Момент. И, наверное, все-таки будет исполнять. Или Гризман. Гризман бьет. Ух, перехитрил сейчас Антуан Гризман. Гризман. Французы атакуют. Гризман. Мяч под правый. Удар. Рикошет. И Коки Вега снова... В полном порядке. Голкипер Атлетико Мадрид. После долгой паузы Атлетико выиграл чемпионат партии. Не попал по мячу. Коке. И здесь Филиппо Луис. Передача Луис. И справа, и слева надавливает Атлетико Мадрид. Лемара будет определяющим. Марти. И два мена. Что показывает Лемар уже справа. Лемар будет убирать под левую, но знал об этом Чема. В основе против Севильи на выезде, когда проиграли 0-5. Удар! И еще все для Рубена Рачина. Мяча партии. Заброс на Куанфрана. Скидка! И снова... А здесь Рубен Везу. Педро Лопес. И 2-0 все-таки забивает Леванте. Удивительнейший матч. По крайней мере, пока. Дорогие друзья, Рохер Марти. Марти делает счет 2-0. Чемпионат Испании. Но он сегодня не играет. Момент у Атлетико. И здесь... То есть 9-9, 9-й, 18-й, и следующий, значит, должен забить 27-й. Будет пробовать перебросить мяч через стенку. Удар, и рядом со штангой мяч проходит.
сквозь стенку. Действует Леванте. Два мена, прострел угловой. Там, смотрите, как хорошо. Подача и борьба здесь должна быть. Момент, еще один у Леванте. Это молодые ребята, Атлетико. Компания подает. Но тот не мог это сделать без свистка Вильянуэва. Ох, два мена. Лемар. Ошибка француза. И Атлетико превосходит своего соперника по проценту владения мячом. Но острее, гораздо острее атакует Марти. Но если брать исключительные моменты, то получит сейчас еще в перерыве. Отдыхаем вместе с футболистом. Испанской премьеры заключительного для Леванте и Атлетико Мадрид. И счет верхний Пако Лопес. Вот давайте еще раз смотреть. Здесь нормальная борьба. А вот здесь, да, это умышленный удар по ноге. И сначала Корея хотел сыграть плечо в плечо, а потом уже Анхель Корея. Да. По букве закона. Фолов у Атлетико было в первом тайме очень немного. Скидка головой, удар не попадает, Родри. Как тайме. Ну а теперь просто, я думаю, Атлетико после этого удаления постарается с минимумом. Если Леванте выиграет, то наберет 46 очков. Это будет третьим результатом в истории клуба. Давно с Барселоной. Была ничья 4-4. Чем у Эйбра. Ну, здесь Годин, Барди показывает Вильянуэва, что надо поднять, не досчитаться. Гризман, Лемар. Атлетико выиграл 5-0 на этом стадионе. То раз Леванте забил один мяч. Во всех остальных случаях Марти. Марти. Луна. И заряжает мяч. Мяча Атлетико не забивал. Кастельо. Молодой 18-летний, он штрафной. Подача. Готов его отпустить Атлетико. Подача. Мяч выбивается. Камельо. Чуть нога игрока Леванте. Удар. Компания. И Антонио Адан в прыжке вытаскивает мяч. Сыграл не лучшим образом. А там замена готовится у Леванте. Мойзес Саймон. Вылет из кубка от Жироны с голом, пропущенным в конце на своем пути. Окей, подача поступком. Потому что это мог быть супер результативный матч. Сейчас ее получает центр Родри. Родри сместился. Удар какой! 2-1. Вот это выстрел. С левой ноги. Сейчас еще пару миллионов к своей трансферной сумме Родриго Эрнандес прибавил. С левой пальнул. Так как должен был попасть Антуан Гризман. Главная победа 4-1 у Леванте была. Момент, Адан снова в составе Атлетико, когда пробовал его Симеоне. Компания, удар и отбивает мяч. Он достает мяч у линии, еще раз он уходит. Молодого 18-летнего Камельо, опасно! Попадающая команда чемпионата это... 68 мячей далековато. Попытка. Он выступал за этот клуб. Гризман. И дальний удар Коки будет. Удар, рикошет. Камельо. 2-2. 2-2. Вот так вот. В меньшинстве. Смотрите, как радуется Симеоне. Он радуется и не только потому, что забил молодой, и не только потому, что счет команды сравняла. Это команда, и сейчас Симеоне должен показать то, что он показывал в игре с Ювентусом. Это команда.